На конкурс дети читают стихи. Викулина Виктория, 9 лет. Город Ноябрьск, гимназия номер 1. Татьяна Мараховская, стихотворение «Ямальские лебеди». Белый снег в сентябре медленно кружился, на зеленой траве белизной искрился. Я ласкала снежок, ловила губами, пролетел ветерок трепетно над нами. И умчался он, взмыл выше сосен ели, но не ветер то был, лебеди летели. Проплывали они гордо, величаво, от ямальской земли к южному причалу. И тревожно в груди сердце замирает, белый снег не мети, лебеди взлетают. Дай им ввысь улететь в темно-синей дали, чтоб морозы метель в пути не догнали. А снежок все кружил в тишине рассветной, птиц собою прикрыл от шального ветра. Чудо-птицы слились с белым утром, снегом, тихо ввысь поднялись и обнялись с небом. И умчались от вьюг северных метелей, от Ямала на юг лебеди летели.